Извольте предъявить разрешение. Разрешение? Разумеется. Эта деревня принадлежит замку, и тот, кто ее ночует, практически ночует в замке, а без разрешения это не дозволяется. Но если таковы правила, придется мне достать разрешение. У кого же? Господина графа, что же мне еще остается делать? Полностью господина графа. А что, разве нельзя? Зачем же вы меня тогда разбудили? Я требую уважения графским служащим. Я разбудил вас для того, чтобы сообщить, что вы немедленно должны покинуть владение графа. А вы, собственно, кто? Я Шварцер, сын Костеляна замка. Сын самого Костеляна? Так вот, господин Шварцер, я землемер, которого пригласил граф для ведения соответствующих работ. Мои помощники с инструментами прибудут завтра. На этом мои объяснения заканчиваются. Вы удовлетворены, господа? Я справлюсь по телефону. Алло, канцелярия! Канцелярия! Прошу занять мою комнату. Я хозяин трактира, и моя комната лучше. Принеси ко мне лучше какой-нибудь тюфяк и одеяло. Докладывает Шварцер. Я обнаружил здесь человека. Да, весьма вызывающе одетого. Он утверждает, что он землемер, которого вызвал сам граф. Да. Да. Ну, что я говорил? Наврал! Никакой он не землемер! Перекройте дверь! Шварцер слушает. Значит, ошибка? Сам господин Клан? Так что же мне сказать господину землемеру? Мне очень неприятно, господин землемер. Я прошу вас забыть этот досадный инцидент. Может быть, вам что-нибудь нужно? Я могу... Вот. У меня есть кое-что получше. Подайте ко мне футляр. Нашим правилам для новой музыки нужно особое разрешение замка. Так протелефонируйте. Мне очень неприятно, но это письменное разрешение. Ну что, по этому поводу беспокоить графа? Что? Нужно написать прошение на имя господина Эрлангера. Я лично передам. Ну, а теперь спать. С графом я пока не знаком. Говорят, он за хорошую работу хорошо платит. Об этом господин может не беспокоиться. Завтра приедут мои помощники. Ты мог бы устроить их здесь? Конечно.
разве они не будут жить с тобой в замке? Если мы работать будем внизу, то и жить здесь будет удобнее. А это кто? Граф? Нет, это Костелян. Красивый. Жаль только сын у него. Дурак. Это как сказать. Главное, вчера Шварцер преувеличил чуть. Его отец только помощник Костеляна, да еще один из самых низших. Что вы говорите? Долго я буду господин учитель. Землемер. Идете в замок? Да, я приезжу со вчерашнего дня уже. А вам здесь не нравится? Что? Скажите, а это ваша папка? Нет. Будьте осторожнее, а то у вас ничего не выйдет. Это землемер. Что ему надо? Видите ли, я шел в замок, немного устал. Вот решил зайти погреться, передохнуть. Здрасте. Сядь вон там. Землемер! Я Герстеттер, друг господина Брунсвика, хозяина этого дома. Вам тут более оставаться нельзя. Вы уж извините нас за невежливость. Да я не собирался оставаться. А где, собственно, сам хозяин? Господин Брунсвик? Это я. А, вот как. Я вам
Благодарен за гостеприимство. Извините нас за невежливость. Конечно, конечно. Гостеприимство у нас не в обычае. Нам гостей не надо. Я понимаю. Зачем вам гости? Здорово, ребята! Куда это вы так поздно? На постоялый двор! Чего это вдруг? Дела! Ребят, погодите, я с вами! Возьмите меня, я забыл дорогу! Да я подвезу вас! Эй, как тебя там? Гестекер? А эта женщина, она кто? Она что, из замка? Кто это? Кто это был? Помощники. Помощники. Вот Артур, а вот и Иеремия. Вот как. Так, это вам я велел ехать за мной? Да. А где у вас инструменты? У нас их нет. А вы знаете толк в землемерных работах? Нет. Старые помощники, то и вы здесь чужие. А чужаки должны держаться вместе. Ну что? По рукам? Лапы уберите. Сегодня рабочий день пропал, так что завтра начнем пораньше. Найдите сани. Поедем в замок. Есть. Это невозможно. В замок без особого распоряжения нельзя. Ну, да телефонируйте. Есть. Канцелярия! Канцелярия! Можно землемеру и двум его помощникам завтра утром явиться в замок? Не завтра, не в другой день. Вам посыльный. Пошел вон отсюда. Канцелярия слушает. Кто говорит? Говорит помощник землемера. Какой еще помощник? Йозеф. Помощников зовут Артур и Иеремия. Это новые помощники, а я старый. Я прибыл вслед за господином землемером. Вот и хочешь, Йозеф.
Когда моему господину можно прийти в замок? Никогда. Хорошо. А ты кто? Варнао посыльный. Уважаемый господин Землемер, как вам известно, вы приняты на службу владельцу замка. Вашим непосредственным начальником является сельский староста, который сообщит вам все ближайшие подробности о вашей работе. Податель всего письма Варнава будет справляться о ваших пожеланиях и докладывать мне. Вы встретите с моей стороны постоянную готовность идти вам навстречу. Начальник графской канцелярии. Чья это подпись? Гламма. Подайте посыльному пиво. Благодарность за его исключительную любезность. Скажи, что я беспрекословно готов подчиниться любому его указанию, и никаких особых желаний у меня нет. Позвольте, я повторю. Конечно. Так вот, передай господину Гламму благодарность за его исключительную любезность. Я готов безоговорочно подчиниться всем его указаниям. Никаких особых желаний у меня нет. Комната уже готова. Комната? Приготовьте бумагу и перо. Сейчас обсудим план работ. Да. Варнава! Сестры, Ольга, Амалия. А это господин Землемер. Землемер. Варнава, ты же хотел с трактира идти сразу в замок. Не, я собирался идти прямо домой. Я только утром хожу в замок. Присаживайтесь к столу, сейчас все будет готово. А я пока схожу за пивом. Проводите меня. У меня осталась там важная работа. Нет, я иду в гостиницу «Господский двор», а это совсем рядом. Прекрасно. Я провожу вас.
Не, ну если господину будет угодно, только тебя туда не пустят. Ничего, я подожду у входа. Переночевать. К сожалению, это невозможно. Гостиница предназначена только для господ из замка. Я хотел бы обратить ваше внимание, у меня в замке значительные связи. И скоро они станут еще значительнее. Так что... Был бы чрезвычайно рад пойти вам навстречу, но господа из замка очень щепетильны. И случайная встреча с посторонним человеком может оказаться для них невыносимой. А много ли господ сегодня ночует? Сегодня в этом отношении удачный. Остался один клам. Клам? Фрида, налей-ка нам пиво. Вы хотите видеть господина Клам? Что? Вот там есть глазок, можете посмотреть. Очень хорошо. Я любовница господина Клама. Любовница? Тогда вы для меня важная персона. И не только для вас. А раньше я была скотницей на постоялом дворе. С такими-то нежными ручками? Когда на них никто не обращал внимания. Фрида, я восхищен вашим мужем. И какой силой воли надо обладать, чтобы из простой скотницы стать буфетчицей. Конечно же, вы не будете открываться человеку, которого совсем не знаете. У которого даже нет случая, чтобы рассказать о себе. Про вас я знаю все. Вы землемер. Сколько раз я ему говорила, чтобы он оставлял их в замке. А разве не слышал? Он спит. Но когда я заглядывал... Он уже спал. Эти господа вообще много спят. Тихо всем! Тихо, я сказала! Быстро всем! Вон отсюда! Вон отсюда, я сказала! Вон отсюда! Вон отсюда! Вон!
Вам что-нибудь нужно? Я ищу землемер. Там его нет. Но его нигде нет. Наверное, он давно ушел. Я стоял у входа, я его не видел. А если он спрятался? Да, от него всего можно ожидать. Может, под стойкой? Его там нет. Так или иначе, за буфет отвечаете вы, Фрида. И вы знаете, чем грозит нарушение предписаний. Лида! Лида! На, возьми. Эй! Я здесь с землемером! Я с землемером! Шубу тебе принесли. Вот. Пошли вон, я сказал. Ну что уставились? И нарушили предписание. Плевал я на твои предписания. Покиньте гостиницу. Я только вещи соберу. Они уже собраны. Ну что, пошли? Я сразу догадался, что вы человек ненадежный. Передай привет Костеляну. Прошу.
Погони помощников. Мы можем здесь побыть. Я уже давно жду. Да? Ну. А мне кажется, я вас не звал. Фрида моя приемная дочь, и мне не безразлична ее судьба. Она уже из-за вас потеряла прекрасное место в буфете и высокое положение любовницы Кламма. И вот теперь мне непонятно. Мне бы хотелось знать ваши дальнейшие планы насчет судьбы моей девочки. Планы? Они просты. Я готов жениться на ней. После того, как переговорю с Кламом. С кем? С кем? Готовьте сани, едем к старости. Кто вы такой, чтобы даже допустить думать, что Клам станет разговаривать с вами? Вы ноль, вы никто. Я землемер. Да, переселите моих помощников, они мне надоели. Землемер? Да скажи спасибо, что я пустила тебя к себе. По всей деревне тебе не постели даже в собачьей будке. Возможно. Правда, у меня есть место, где меня пустят не только переночевать. Где? У Варнавы. У Варнавы? У этих опозоренных нищих с их грязными потаскухами. Польстился на этих поганых шлюх, а еще хочешь общаться с порядочными людьми. Очень хорошо, что вы прямо ко мне. Ну, я вынужден вас огорчить. Землемер нам не нужен. То есть как? Для землемера у нас нет никакой даже самой мелкой работы. Ха-ха, ребята, ну-ка. Я где велел вам ждать? Там холодно, господин. А пусть погреются. Это мои помощники. Так вот, и произошло недоразумение. Много лет тому назад из замка поступил запрос. Нужен ли нам землемер? Спрашивали они. Ребята, там папка с зеленой надписью «Землемер». Посмотрите. Сейчас, вот.
Конечно же, я ответил нет. Если бы разрешилось несколько дней, если бы не этот Бронсвик. Бронсвик? Вот именно. Он начал вносить путаницу мою устроенную переписку с замком. Он забросал их разными письмами с обоснованием необходимости приглашения землемера. Таким образом, дело затянулось на несколько лет. Он бы ничего не добился, если бы не его жена, которая служит в замке. Это такая красивая женщина, болезненного вида. Ну, возможно. Так это его жена. Нет, Митца. Это же Минор. Ну что, ребята, нашли там? Никак нет. Так, а вы же отдали ее учителю. Верно. Я отдал ее учителю. Так, ребята, обратно ставьте в шкаф. Есть, есть. Ну вот так. В итоге я победил. И, наконец, когда приняли мудрое решение землемера не вызывать, как результат неразберихи, затеянные Брунсвиком, появились вы. Да, большая неприятность. И не говорите. Ну что ж, раз так уж вышло, вы найдете в моем лице, ну, не скажу большого друга, но надежную опору в вашем деле. Единственное, чего я не допущу, чтобы вас приняли с землемером. Я очень сожалею. Но я уже принят. Интересно. Интересно. Так, так. Школьный сторож. Тут действительно подпись Кламма. Что вы говорите? Да. Но это же не официальный документ. Это частное письмо. Что следует из обращения, многоуважаемый господин? К тому же нет ни одного слова о том, что вы приняты землемер. Речь идет о графской службе вообще. Так что все здесь далеко не ясно. Кроме того, что меня просто выкидывают. Все, все! Что вы? Ваш вызов слишком сложен. И своей неразберихой обеспечивает вам вежливый прием. Вас никто не выгоняет. И в то же время никто не удерживает. Митца! Фальшиво же! Фадиш здесь! Я скажу вам, что удерживает меня. Это жертва, которую я принес ради того, чтобы уехать из дома. Это надежда, которую я питал в отношении этого места. Наконец, это невеста, перед которой я несу ответственность. Что вы разгорячились? Я обо всем доложу в замок. И, возможно, здесь все мы для вас что-нибудь придумаем. Подачек от замка я не приму. Я хочу все получить по праву. На этом разрешите откланяться? Конечно.
Мне предстоит важная встреча. Я должен быть одет во все самое лучшее. Вычистите получше. Я, собственно говоря, к вам с поручением. А, господин учитель, вы все еще здесь? Я очень извиняюсь. У меня сегодня важная встреча. Ничего, ничего. Дело в том, что господин староста, добрейший души человек, опасается, как бы вы при задержке ответа по вашему делу необдуманно не предприняли чего-нибудь на свой страх и риск и предлагает занять вам место школьного сторожа. Так он просит меня об одолжении? Напротив, это он делает вам одолжение, потому что школьный сторож нужен нам так же, как и землемер. Передайте господину старости, что место я не приму. Ага. Стало быть, вы отказываетесь безо всяких оговорок? Фрида! Прекрасно. Фрида! Где моя рубашка? Землемер, послушай меня. Ну, что тебе стоит согласиться с таким чудесным предложением? Ведь в этом нет ничего страшного, зато у нас сразу будут и жилье, и работа. Я землемер, а не школьный сторож. И не намерен унижаться перед каким-то там учителяшкой, который только и мечтает стать моим начальником. Стали делать вещи, господин. Знаешь, куда я иду?
тебя в школе. Только, только обещай мне, что ты не пойдешь к этим потаскухам. Кому? К этим грязным варнавским девкам. Задержи помощников. Есть баня? Да. Мелкие чиновники канцелярии любят попариться с горничными. И Фрида парилась, когда была горничной. Фрида? А что вы думаете? Она не такая, как все? Тут раньше был глазок. И вы заделали, как Фрида ушла. А зачем он вам? Фрида, забыла там одну вещь. Я хотел бы взглянуть, там ли она. А что за вещь? Подарок Клама. Если вы, наверное, знаете, что там никого нет, вы бы могли зайти и посмотреть. Но точно знать нельзя. Клам там часто посиживает. Его там нет. Это точно? Он сейчас уезжает. Сани ждут у дворе. Это еще долго будет. Что долго? Пока вы не уйдете. Хотите коньяку? Откройте дверцу. Там в кармане несколько бутылок.
Я здесь жду кое-кого. Пойдем. Тогда я могу его пропустить. Там или здесь, вы все равно его пропустите. Да уж лучше я здесь его подожду. Распрягай. Господин землемер, наконец-то. Значит, к вам уехал? Конечно. Вы перестали караулить его. Вот он и уехал. Ну что ж, пожалуй, начнем. Секретарь клама по деревне. Мне хотелось бы получить ответы на несколько интересующих нас вопросов. А секретарь по деревне важный пост? Господин Мо представляет господина клама в деревне. К нему поступают все сведения из деревни, предназначенные для господина клама. Господин Мо занимает очень важный пост. Прекрасно. Я поздравляю вас. А теперь мне пора домой. Конечно. Вас зовет долг школьного сторожа, но вам придется посвятить мне минуту. Всего 2-3 вопроса. А мне неохота. Именем Хлама я требую! А если я отвечу на ваши вопросы, я смогу увидеться с Хламом? Нет. Никакой связи тут нет. Спокойной ночи. Он уходит! Не посмеет он уйти! Шварцер, а я знаю, что ты не сын Костеляна. Вас разве не будут допрашивать? Нет. Я отказался. А что, это важно? Да. Вы думаете, я зря отказался? Да. Перебоев в работе быть не может!
Я передам, я все передам. И прошлое твое поручение я обязательно передам. Я все запомнил. Хочешь, проверь меня? Ты что, еще в замке не был? Нет, я помогал отцу. Мы делали на байке в музыкальных валиках Брунсвик. Каких черту валики? Клам, который день сидит, ждет в замке от меня сообщения, а вы в своей валючей избушке паяете какие-то валики. Валики? Пошли вон. Не сердись на меня. Ладно, хорошо. Ты можешь завтра с утра отнести поручение и принести ответ? Конечно, господин. Значит, такое поручение. Землемер просит господина начальника принять его лично и заранее согласен на все условия. Он это должен сделать в связи с тем, что ни малейшим образом землемерной работы не производится. В этом виноваты сельский староста и секретарь МОП. И про нас скажи! Землемер сделает все, что в его силах, чтобы как можно меньше обеспокоить господина начальника. И с чрезвычайным нетерпением ждет ответа. Повтори. Землемер просит господина начальника принять его лично и заранее... Молодец. Молодец. Может быть, у тебя что-нибудь сделать? И сестры кланяют тебе, особенно Ольга. Это она принесла письмо из замка. Так может, она завтра и передаст поручение? Нет, она ее не пустит в канцелярию. Ладно, хорошо. Я зайду к вам завтра. Но вначале ты приходи с ответом. Хорошо, я буду в школе. Привет, сестрица. Парилась с чиновниками. Да. Это было частью моей службы. Ласковое обхождение с моими помощниками – это тоже часть твоей службы? Да ты что, милый? Разве можно обращать внимание на такие пустяки? Пустяки? Когда за мной наблюдают двое шпионов – это пустяки? Твой шпионов специально присланы замком, чтобы постоянно мешать и следить за мной. Ты это называешь пустяками? Да как ты ведешь себя, Фрида? Ты же их госпожа. Ты даже ни разу их не одернула. Все это наводит меня на мысль,
что ты на их стороне и действуешь с ними заодно. Взломать сарай. Это я сделала, господин учитель. Нужно было с утра топить школу, и пришлось открыть дверь. Я не решалась вас будить среди ночи, а мой жених меня уже бронил. Кто сломал сарай? Этот господин. Наши помощники все перепутали. Это я взломала дверь топором. Помощников там еще не было. А когда они пришли, они увидели, что мой жених пытался починить дверь. И решили... Значит, вы мне лгали? Ну, тогда я вас сейчас высеку. Не надо! Они сказали правду. А, так это сделал господин сторож, который спокойно смотрит, как за его поступки наказывают других. Если бы моих помощников малость выпороли, я бы не стал возражать. Так. Да, разумеется, вы уволены, так что немедленно убирайтесь со своим скарбом. И не подумаю. Это место предоставлено мне господином старостой. И увольнение я приму только от него. Прекрасно. Да, напрасно вы отказались от допроса. Вон отсюда. Вы уволены! И чтобы я не видел ваших мерзких рож! Я их уволил. Господин, пусти нас! Мы больше не будем! Могла предать меня ради этих ублюдков. Ну что, что, они дороже тебе, чем я? Прости меня, пожалуйста. Давай уедем отсюда, где нет ни замка, ни клама, никого, только ты и я, ни помощников, только ты и я.
Куда уедем? Куда уедем? Зачем? Я приехал сюда надолго. Я... Варнава! Тебе чего? Я подумал, может быть, я могу вам помочь? Помочь чем? Я не знаю. Еще один помощник пришел. Иди сюда. Тебя как зовут? Ханс. А кем ты хочешь быть, Ханс? Я хочу быть как господин Землемер. Землемером? Нет. Сторожем? Нет, я хочу быть как господин Землемер. Что делает твой отец? Валики для музыкальных машин. Его валики самые лучшие в округе. Во всех машинах стоят валики моего отца. Даже в замке. Так ты Брунсвик? Это тебя я видел, когда ты стоял у окна с матерью? Да. А еще вчера я был с отцом в буфете и видел, как вы отказались от допроса. А как поживает госпожа Брунсвик? Хорошо. Она уже два раза спрашивала про вас. Слушай, Ханс, ты же хотел мне помочь, правда? Но ты еще маленький и не можешь помочь. Зато твоя мама может. Я знаю. Когда у отца неприятности, он всегда просит маму, и она едет в замок. Вот. Мне очень нужно встретиться с твоей мамой. Нет. Мою маму нельзя беспокоить. И отец вам никогда не разрешит. А мы сделаем так, что она не узнает. Но ведь это же нечестно. Почему? Мы же ничего плохого не сделаем. Просто ты скажешь маме, что я хочу с ней поговорить. А потом предупредишь меня, когда не будет папы дома. А за это я научу тебя драться на палках. Правда? Да. И еще подарю тебе стеклянную пуговицу. Хочешь? Да. Ну, хорошо, беги, я тебя вечером жду. Только отцу ничего не говори. А у тебя есть палки? Я сделаю. А как, говоришь, маму зовут? Милена Брунсвик. Пойду, пожалуй. Пройдусь. Ведь ты же не пойдешь к ним? К ним? Нет, нет, зачем? Варнава должен прийти. Я так пойду, подышу. Сейчас выйдет Ольга, она в купальном шкафу. Вы знаете, я... Мне тут надо бежать, меня в школе невеста ждет. Ах, вот как. Здравствуйте, господин премьер. А мы уже думали, что вы не придете. Ну, проходите, что же вы? Землемер торопится, ему пора к невесте. Да, вы знаете, меня невеста ждет. Я прибежал на минуту узнать, не вернулся ли Варнава. Уж лучше сами как-нибудь. Заходите. Спасибо. Мы непременно зайдем к вам завтра. Вы знаете, я пригласил вас несколько необдуманно и вынужден приглашение отменить. Потому что между вами и Фридой существует какая-то вражда. Вражда? Нет никакой вражды.
Просто Амалия отказалась стать любовницей, была бы. Бене. Это очень важный чиновник из замка, еще важнее Клама. А разве вам Фрида не рассказывал? Нет. Это случилось 3 года назад, когда Фриду перевели в буфет. Наш отец был одним из виднейших людей в деревне. Он поставлял замку валики для музыкальных машин, а Брунсвик был у него подмастерьем. Мы, его дочери, были всегда на виду, и такие, как Фрида, не очень-то замечали. А хозяйка трактира очень гордилась дружбой с нами. И вот однажды она подарила Амалии рубиновые бусы, которые были ей очень к лицу. Вот, вот эти. Валабена никогда не останавливался в деревне, но в тот роковой день он увидел Амалию из окна кареты. На следующий день пришел курьер с письмом, адресованным девушке с рубиновыми бусами. Письмо было написано в грязных выражениях. Лабене требовал, чтобы Амалия немедленно явилась к нему в 5-й номер гостиницы «Господский двор», чтобы заниматься с ним всякими гадостями. Амалия порвала письмо и бросила ее в лицо курьеру. Об этом событии тут же узнала буфетчица Фрида и разнесла новость по всей деревне, приукрасив ее не в пользу Амалии. Зачем? Со злости. Ведь у меня была точно такая же история с Кламом, только с другим концом. Не смейте так говорить о моей невесте. Она любила Клама. Простите, я не хотела видеть госпожу Фриду. Простите меня. И это все? Нет. На следующий день пришел Брунсвик. Он сказал, что открывает свое дело, и все заказы стали поступать к нему. Отец совсем перестал работать. Он писал все время прошение в замок с просьбой о встрече с Валабеной. Но все безрезультатно. Вскоре мы переехали вот в этот дом, а Брунсвик наш. Так что этот дом Брунсвик. Нас стали презирать и называть варнавскими девками. И вот с тех пор мы с братом пытаемся вернуть семье былую честь и уважение. А вчера Брунсвик сказал, что мог бы помочь нам. Я всегда знала, что у его жены большие связи в замке. Варнава? Это не Варнава, это Забан. А? Именем Кламма! Господин Мом! Господин Мом! Варнава, это ваш помощник. Скажи, скажи ему, что меня нет. А здесь другая дверь. Есть? Та дверь ведет во двор. Только придется лезть через забор. Гостиницы. Артур? Он обиделся на тебя.
Ты ведь шутки не понимаешь. А ты чего тут? Я выполнил просьбу Фриды. Она ушла от тебя, а теперь мучается. А вдруг она ошиблась, и ты вовсе не был у варнавских шлюх? Я не был. Я только пришел спросить, не вернулся ли Варнав. Ладно, я видел все. И совсем не следовало лезть через забор. Послушай, Еремия, ведь мы теперь не слуга и господин. И когда тебя не навязали бы мне в помощники, мы наверняка поладили бы. Думаешь? Давай поговорим. Вряд ли. Меня Фрида ждет. Может быть, по дороге? Господин Землемер! Господин Землемер, мне удалось! Варнава! Ты передал просьбу Хлому! Нет, не удалось. Зато я поговорил с Эрлангером. Кто это? Это помощник Клама. Он велел передать вам, чтобы немедленно явились в 5-й номер гостиницы «Господский двор». Он хочет поговорить с вами и передать вам что-то очень важное. Это важная персона. Да, сейчас для вас все может решиться. Только зря вы все время отказываетесь от допроса. Это горячая складная ванна «Транспир». Рекомендована для особо важных господ из замка. Фрида! Фрида, наконец-то я нашел тебя. Это было нелегко сделать в таких лабиринтах. Что ж ты оставил своих девок? Шел бы к ним. Тебе же с ними лучше. А я думал, ты уже в буфете. Да, за меня ходатайствовали. И даже сам хозяин гостиницы уговаривал меня вернуться. Просто Пеппи попросила позволить Пеппу работать сегодня. Как все удачно получилось. А почему ты решила вернуться перед самой свадьбой? Свадьбы не будет. Когда меня опозорил связью с этим потаскухой. А я не ел сегодня. У тебя случайно ничего нет? Я любила тебя. Фрида! Сюда нельзя.
Значит, ты веришь не мне, своему жениху, а злобному вранью моего помощника, который специально представлен замком? Почему же вранью? Я говорил правду. Ты ешь, ешь. Не стесняйся. Это мой ужин. Но я с удовольствием уступлю его бывшему господину. Вам бы давно следовало явиться. Ложитесь. Килев пятый. Ложитесь. Итак, приступим. В здешнем буфете еще совсем недавно работала некая Фрида, которая изредка приносила Кламу пиво. С ее уходом возникли некоторые неудобства. По абсолютно достоверным сведениям, землемер, то есть вы, в настоящий момент проживает с данной особой. А раз так, то вы и должны обеспечить незамедлительное возвращение ее в буфет. Со своей стороны, я сделаю слишком много, если скажу, что для будущей карьеры землемера это будет весьма полезно. Все, вы свободны. Ошибка. Господина Клаву неправильно информировали. Никаких землемерных работ не происходит. Касательно землемерных работ обычным порядком через посыльного. 3 в 5. Вы во всем виноваты, господин землемер. Из-за вас Фрида возвращается в буфет, а меня, как и вас, выгнали. Зато у меня есть моя маленькая комнатка, а вам идти-то некуда. Вот вы мне не верите? А староста, когда узнал, что вы не открыли господину Мому, лишил вас места школьного сторожа. То есть как лишил? А вот так. Я сама слышала. Дома? Господин землемер, туда нельзя!
Госпожа Брунсвик, Милена, я люблю вас. Люблю с того самого мгновения, как только увидел вас. Я был поражен вашей необычайной красотой. Все ваши линии, благородные, законченные, совершенные, они как линии замка. Я сразу догадался, что вы оттуда. Ведь я рисую. Я даже всю жизнь мечтал стать художником. Ради вас я пренебрег службой землемера и устроился школьным сторожем. Не отталкивайте меня. Я брошу все. Я добьюсь своего. Мы будем жить в замке. Вот у меня есть два письма. Клама, вам не идет жить здесь, среди валиков. Начнем. Итак, вы готовы ответить на несколько простых вопросов? Прекрасно. Тогда вопрос первый. Что это, по-вашему? Спросите. Это было не колечко? Брунсвик. Очень приятно. А мы знакомы. Давайте выйдем отсюда. Давайте на чистоту. Я знаю, зачем вы здесь. Вы пришли к моей жене. Вы любите ее? Да. Как мужчина, я вас понимаю. Я предлагаю вам честную сделку. Вы становитесь Брунсвиком, я землемером. Вы становитесь Брунсвиком, мужем Милены Брунсвик, отцом Ханса, одним из самых богатых людей деревни.
А я бедным, бездомным, одиноким землемером. Ну что? Как это? Все очень просто. Нужно только получить разрешение у господина Валабене. Валабене? Конечно. Ну что, едем? Куда? К Валабене. В замок? Да. Так вы согласны? Настоящий замок. Господин Валабене специально построил его для охоты. Господин Валабене, я Амалия, та самая девушка с рубиновыми бусами, которую вы полюбили 3 года назад, увидев из окна кареты. Все эти годы я искала встречи с вами, чтобы сказать, что я согласна на все то, о чем вы просили меня в том письме. Ты что-то напутала, но будешь прислуживать к ужину. Ты кто? Я Брумс. Он тебя не знает. Он не знает меня, но он знает мою жену Милену, Брумсвик. Это возможно, но он не припоминает. А тебе чего надо? Я бы хотел стать землемером. А землемер согласен? Конечно, мы обо всем договорились. Ну что ж. Господин Валабене поздравляет тебя. Спасибо. 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 Господин Валабене хочет посмотреть на него через окошечко. Пустите! Ну?
Где он? Где он? Господин Балобене, вас кругом все обманывают. Господин Клам, он мой начальник. Вот у меня два письма от него. Его обманули. Никаких землемерных работ не производится. Я даже не принят на должность землемера, а старосту всячески препятствуют. Они обманули его, они и вас обманывают. Вот эта девушка, которая здесь была, сказала, что она Амалия. Она не Амалия, она Ольга. Я ее знаю. Она просто надела чужие бусы. И Брунцвик врет. Он сказал, что я согласен быть Брунцвиком, а я не согласен. Я землемер. Меня пригласили в замок быть землемером. И я требую, слышите? Я требую! Я хочу все получить по праву. Я не согласен. Да я Брунцвик. Бросьте. Давно ушел. Кто ушел? Балобена ушел? Куда ушел? На охоту. Как? Вот так, господин Брунцвик. Какой я тебе Брунцвик? Я землемер. Уже все. Теперь я землемер. Артур, ты скажи ему. Скажи ему, что я землемер. Ты же служил у меня помощником. Славные были времена, когда я служил помощником землемера. Я землемер. Я землемер. Варнава! Варнава, ты куда? У меня письмо для господина землемера! Так это я! Завтра мы переезжаем к вам. Моя сестра стала любовницей господина Балобена! Она обслуживает Кламма. Брунцвик, ты чего? Я тебя полночи искал. Брунцвик! Одним словом, я люблю землемера. Милена, это же я, Милена. Это... Пожалуйста, не надо. У нас все давно уже решено, он тоже любит меня. Я надеюсь, ты заберешь отца. И надень пальто, а то простудишься. Thank you.
Сейчас. Барнава, ну-ка прочти еще разок это место. Принимаю во внимание должное усердие. Сегодня господину землемеру разрешается слушать любую, включая привезенную с собой музыку. Драться на палках. Помнишь? И пуговицу обещал стеклянную подарить. Кто я?